Всем привет! Вы смотрите geometria.tv. Меня зовут Алекс Войс, и мы находимся на открытии самого шикарного салона красоты в Нью-Йорке Royal Edelweiss. Хотите верьте, хотите нет, но я себя чувствую как диабетик в Баскин-Робинс. Edelweiss не только салон красоты, но и также самые красивые модели, которые сегодня будут принимать участие в показе от Эни Кутюр. Только что вы стали свидетелями одного из самых главных событий. Лента разрезана, гости заходят вовнутрь, и шоу скоро начнется. Сегодня настолько необычное мероприятие, что в нем принимают участие настоящие звезды. Это мисс Геометрия 2016, мисс украинской диаспоры Женя Маритко. Женя, привет. Привет. Как часто ты пользуешься услугами красоты, салонов красоты? Ну, стараюсь часто, надо как-то поддерживать свою красоту, поэтому стараюсь часто ходить. Скажи, пожалуйста, ты приверженница здорового образа жизни или иногда все-таки даешь прикурить своему организму? Ну, конечно же, я сторонница здорового образа жизни, но иногда я могу себе позволить расслабиться. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm bored, I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. My friends are just... 17,000 square feet of pure luxury. We have everything from body contouring to laser treatments to facial treatments, everything you can imagine. This is the number one beauty center here in New York. If you can find anything better, I'd love for you to show me. Салон замечательный. Мастер Артур. Артур, я его обожаю, я за ним в любой салон пойду, особенно в этот такой прекрасный, новый, многоэтажный, столько сервисов, никуда больше ходить не нужно, все можно получить здесь. Какими услугами, кроме парикмахерских, вы уже пользовались? Hair, nails, makeup. Жду, когда получится массаж для меня, наконец-то, очень хочу массаж. И еще много новых сервисов, которые открылись. С удовольствием попробую. В чем особенность Royal Edelweiss Spa, того отдела, которым ты заведуешь? Отдела, где делают девушек прекрасными благодаря стрижкам и окрашиваниям. У нас обстановка позитивная, добрая. Делаем все качественно, работаем на то, чтобы наши девушки, красавицы, были бы еще красивее. Ирина, я точно знаю, что вы работаете в косметологии, и точно знаю, что вы используете какие-то суперсовременные и классные средства по уходу. Расскажите о них побольше. Да, мы создали свою линию косметики, наша компания работает с ведущей лабораторией Америки, и мы уже представили нашим клиентам две линии бренда Royal Edelweiss по уходу за кожей. На данный момент мы разрабатываем линию по уходу за телом и волосами. Основа нашей продукции – это только натуральные ингредиенты, экстракты и вытяжки. Скажите мне, пожалуйста, это какие-то две универсальные линии или какая-то для женщин, какая-то для мужчин? Нет, это две линии, разработанные специально для разных кондиций кожи. Юля, тебе расскажи о месте, в котором ты работаешь. По-моему, оно прекрасно, правда? Да, это место очень прекрасно, так как оно дает развиваться всем талантам, всем способностям, которые у тебя есть, дает расти потенциалу. Well, for women, I suggest, you know, right now we're having a lot of retro looks, you know, we're getting a lot of beachy 70 hairstyles, which is more carefree for the summertime. I do suggest that using a lot of texture, that's going to be the theme for the summer. For men, keep it short, you know, keep it short. You can leave the top long, keep that long pompadour look, but keep it short. Is mine. Sure is yours. В этой команде есть Эдди, который ведущий мастер по нашему, как бы, старший арт-директор, можно так сказать, как вы и сказали. А так мастера Эдди, Славик, все мы всегда учимся от друг друга, обучаем друг друга, проводим классы, будем проводить еще большие масштабные классы, это будут обучаться у нас и дети также. Ну и круто, мы идем вперед. Очень понравилось. Открытие прекрасное, замечательное. Много красивых людей, полезная информация, много подарков и сюрпризов. Приятное угощение, общительные люди, много улыбок.
Здорово. Красивое место, работают хорошие профессионалы, и я надеюсь, что оно будет процветать. It's a gem in Brooklyn. It's unseen, unheard of. I didn't even know this existed until, you know, I came to support Anika. So this is just amazing, beautiful. I think everybody should come here. Показ прошел великолепно, хотя много было суеты. Большое помещение, и мы сегодня выступили в лучших традициях Chanel. Использовали мраморную лестницу для показа, и наши модели спускались именно с лестницы к зрителям. Это было очень изящно и эффектно. О красоте слагаются целые поэмы, оды, романы. Но на самом деле вся красота сконцентрирована в одном месте, в салоне Royal Edelweiss в самом центре Бруклина. Вы смотрите Geometry.tv, меня зовут Алекс Войс, увидимся.